В повестке 11-й сессии 10 пунктов. Главный блок вопросов связан с изменениями в федеральном законодательстве. Они касаются реформы местного самоуправления. Регионам дано право самим выбрать модель формирования органов муниципальной власти. Областные парламентарии поддержали вариант, предложенный губернатором при Ангаре. Что касается формирования представительных органов муниципальных районов Иркутской области, то предлагается формулу избрать такую, что эти представительные органы, как и сейчас, избирается на муниципальных выборах напрямую избирателями на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права и тайного голосования. Законопроект депутаты приняли во втором и окончательном чтении. Документ определяет, что мэры избираются также на муниципальных выборах и возглавляют местные администрации. То же самое касается и глав сельских поселений. В случае, если уставом муниципального образования не предусмотрено, что мэр поселения также входит в состав представительного органа с правом решающего голоса и исполняет полномочия председателя представительного органа. Модель, которая свидетельствует о максимальной демократизации нашего политического пространства, прямые и непосредственные выборы, то есть граждане, обладающие правом избирательным правом, будут выбирать глав местного самоуправления, городских, сельских поселений, депутатов дум муниципальных образований, муниципальные районы. Точно так же будет формироваться и представительный орган, и глава администрации, высшее должностное лицо местного самоуправления. Еще одним существенным решением сессии, по мнению спикера Людмилы Берлиной, стало принятие изменений в областной закон о бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан. Теперь такое право имеют и люди, имеющие звание Героя труда. Кроме того, в окончательном чтении принят документ, касающийся обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Депутаты также утвердили ряд постановлений, в их числе проект соглашения о сотрудничестве между Государственным советом и парламентом Республики Крым и законодательным собранием Иркутской области. Денис Ларин, Евгений Шарыпов. Новости сейчас.